Изучить грунт, приготовить место под первую опору и потратить день на ее установку. Процесс непростой, но результат того стоит. Свай обеспечит будущей конструкции надежность и долговечность. На сегодняшний день уже выполнено 4 данных сваи из 22. В планах после окончания работ по устройству бронобивных свай в полном объеме на каждый запор планируем завести подрядчика для выполнения работ по укреплению грунтового основания. После того, как зальют все сваи, на них монтируют металлические опоры. Наглядно этот процесс включает в себя несколько этапов: бурение, выемка грунта, бетонирование и, наконец, армирование. На первой опоре уже установлена половина свая, однако для дальнейших работ появилась необходимость демонтировать фундамент старого путепровода. На данный момент работы, касающиеся переноса сетей связи, электроснабжения, тепловых сетей, эти работы завершены практически в полном объеме, поэтому сейчас мы как бы находимся, так скажем, в активной стадии по сооружению новых фундаментов. На данный момент на трехпролетном путепроводе под одну опору ведется устройство котлована, на второй – забивка шпунтового ограждения для дальнейшего устройства котлована. Кроме того, специалист подрядной организации вылетел на завод «Тюмень-Стальмост», где ведется изготовление металлоконструкций для будущих опор. Там он проведет осмотр первой партии, после чего конструкции отправят в Барнаул. Дмитрий Дроздов, «День с толком».